Пенсионный фонд тем временем ищет деньги. И делает он это, как ни странно, не в банке в Москве, а в наших с вами кошельках. В результате реформы пенсионной системы может увеличиться обязательный трудовой стаж, может исчезнуть накопительная часть пенсии. Плюс ко всему нам предложат платить за возможный долгосрочный стаж по старости, если, конечно, доживем. Александр Медведев разбирался в подробностях. Саша, насколько я понимаю, речь идет о вообще полноформатной и тотальной реформе пенсионной системы. Да, все радикально изменится, причем мы двинемся не только назад, не только вперед, но и назад. Дефицит пенсионного фонда в этом году составит 875 миллиардов рублей, а в следующем году будет больше миллиарда. Деньги надо где-то брать, а система явно нуждается в реформировании. И реформировать ее надо, естественно, за счет самих будущих пенсионеров. Чиновники уже не первый год говорят о повышении пенсионного возраста. Алексей Кудрин, в тот момент еще министр финансов, летом этого года говорил, что это неизбежно. Президент Дмитрий Медведев обещал, что таких планов нет. А Татьяна Голикова, глава Минздрава соцразвития, это подтвердила. Зато у министерства есть другие интересные идеи. Например, резко увеличить обязательный стаж с нынешних 5 лет до 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. То есть фактически вернуться к советской системе, в которой стаж играл ключевую роль. Тем, кто проработал меньше, будет выплачиваться только усеченная пенсия, сообщил замглавы Минздрава соцразвития Юрий Воронин. Его цитирует независимая газета. В Советском Союзе минимальный стаж давал возможность получать 55% зарплаты, а для максимальных 75 требовался стаж уже 40 лет для женщин и 45 для мужчин. Но это не единственная идея. Вам предложат оплачивать еще и уход за стариками. Минздрав соцразвития предлагает ввести в России страховую систему на случай нужды в уходе в старости. Дополнительный взнос на эти цели может составить 2% фонда оплаты труда. Система должна быть солидарной, платить будут все, а пользоваться те, кому необходимо. Источники финансирования страхования еще не определены. Это могут быть средства работодателя, работника или поровну. Об этом пишут ведомости. И кроме того, чиновники хотят заполучить еще и 1 000 000 000 рублей из накопительной части пенсии, так называемых молчунов, то есть тех, кто доверяет государству управление накопительной частью. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев хочет решить таким образом проблему дефицита пенсионного фонда. Как пишет Коммерсант, он сторонник добровольной передачи гражданами своих пенсионных накоплений в страховую часть пенсии, а деньги предоставить в распоряжение пенсионного фонда для выплаты нынешним пенсионерам. А в негосударственных фондах считают, что предложение депутата – это явная уловка, которая означает ликвидацию накопительной части пенсии. И что теперь делать? Наверное, не стареть. Ну да, честно говоря, напугал ты. То есть я правильно понимаю, что государство де-факто признает, что пенсионная реформа несколько лет давности абсолютно провалилась. И нужно все менять, возвращаться к старым проверенным схемам, советским. И брать с нас еще и новые деньги, то есть опираясь там, скажем, на опыт той же Германии или Японии, где есть вот такой налог. Очень интересно, 2%. Что это говорится перед выборами. Да, да, это неожиданно достаточно. Вот президент как бы попытался смягчить всю эту историю, острую очень, да, а теперь вот министерство, наоборот, ее еще больше обостряет. Да, но при этом вот я хочу закончить про вот этот налог, вот неожиданный, да, по уходу в случае там вот, да, вот если ты стар уже, немощен, да. В Германии, в Японии есть такие налоги, но они значительно меньше, чем у нас. То есть мы и тут всех опередим. Спасибо большое, Александр Медведев, с максимально подробным рассказом о возможной очередной пенсионной реформе в нашей стране.